Один из постов расположился на ЧТЗ возле дома 19Б по улице Мамина. Другой установили на территории областной клинической больницы номер 3 в так называемой зоне плотной застройки. Мы, собственно говоря, закольцовываем систему на северо-западе, ну да, во всяком случае, в плотной застройке, да, и будем получать уже онлайн данные. Но на этом система мониторинга не заканчивается. Сейчас прорабатываются вопросы о сигнальной системе мониторинга, чтобы можно было более продуктивно использовать мобильные посты и Роспотребнадзора, и Гидромета, и Министерства экологии. На каждом из постов будет установлено газоаналитическое оборудование, рассчитанное на выявление 10 веществ – оксида углерода и азота, формальдегида, сероводорода и аммиака. Кроме этих ингредиентов, новое оборудование позволит замерять более мелкие частицы в воздухе, которые зачастую представляют наибольшую опасность для организма. Мы считаем важным, очень важным, в принципе, опережающим образом делать все то, что является нашей компетенцией для улучшения качества атмосферного воздуха. Теперь в Челябинске будет работать 15 стационарных постов. Специалисты Минэкологии в ежедневном режиме намерены осуществлять замеры и исследовать полученные вещества. Добавлю, что в Рио главы Челябинска Владимир Елистратов проведет встречу с городскими экоактивистами, которые на прошлой неделе передали ему перечень из 12 вопросов, касающихся экологической обстановки в городе. Принять участие во встрече по собственной инициативе решили председатель общественной палаты, представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Минэкологии. Заместитель министра Яна Куприкова намерена рассказать о системе сводных расчетов, вводящихся на предприятиях, внедрении наилучших доступных технологий, а также о том, как это повлияет на снижение загрязнений атмосферного воздуха. Анастасия Мельникова, Антон Ступко, СТС, Челябинск.